Ярославцы готовятся широко отгулять главную масленицу страны. В прошлом году праздник посетили более 130 тысяч ярославцев и гостей города. В этом решено планку не снижать. Старт будет дан 6 марта, когда по центру города проедет солнечный поезд. Возглавит шествие прошлогодняя сударыня масленица, которая позже передаст свой пост следующей масленице. Ярославцам предложат спеть хором барыню, пройтись хороводом. Концерт на Советской площади устроят творческие коллективы области. Масленичные ярмарки с ярославскими товарами раскинутся по всему центру. Впервые в Ярославле будет дан старт пробегу по Золотому кольцу России. И, как всегда, конкурс кукол. В этом году уже сделан 221 символ праздника. Кукла должна быть с кинематографическим уклоном, поскольку 2016 год объявлен годом российского кино. Закончится масленичная неделя на острове Даманский, куда всех ярославцев приглашает и городской телеканал. Это будет праздничный такой разгуляй, на котором всем участникам будет предложено и поиграть, и повеселиться, и поесть вкусные блины, шашлыки. И будут различные праздничные программы, одна из которых это будет очень интересная программа Владимира Шульгина «Забавная улица». И закончится, естественно, праздничное гуляние, это сжиганием масленицы. Городской телеканал и городской парк культуры и отдыха на острове Даманский ждет вас на празднование широкой масленицы. 13 марта в 13:00 шуты и скоморохи, веселые развлечения, румяные блины, народные гуляния. Встречаем весну на острове Даманский вместе с городским телеканалом.